О, пошло добро. Я вор говна. Насрал ТВ продолжает свой эфир. Да. Что? Это очень сложная игра. Это тебе не этот самый, не Silent Hill. Там, где просто ходить по дому и искать какую-то хуйню в темноте. Тут нужно думать, тут это тебе не дедлог. Так, сейчас я вспомню, блин. Список заданий нужен мне. Так, тут все порядочно, все нормально, все живы, здоровы, накормлены. Покакали. А как посмотреть вообще задание? Что? А, во. Накормить животных. Проверить вольер. Накормить животных нужно. Собрать анализы. То есть мне что нужно? Тележка? Ой, что это такое? Тут до хуя всего это пи***нуться можно. А что со мной случилось? Я застрял в геодате. Я застрял в патике. Я порвал геодату. Блять, надо перезайти. Объявление ко всем работягам Counter-Strike. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности, значится. Первое. Заходить в ивент Epic Drop каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока мисс места есть. Так, что-то мне надо анализы взять. Нет, это не то. А вот температуру проверить надо. Смотря. Смотри, красный почему-то. Почему-то один красный. Умирает. Сука. А, это нормально. Просто жрать хочет, наверное. Ничего страшного, потерпит. Вот это сбор какашек. Но мне сейчас не надо. Это анализ как раз. Да. И куда теперь его? А куда теперь анализ? Что за хуйня? Что делать? Я не понимаю. Аму не померил, температуру, симптомы. А, подожди, я еще не всех померил. Одного не обследовал. Походу он умер.
пенис, мили, сало, вот этот вот. Пидорас. Да ёбаный ты дурак! Бля, сука. Вот этот, сука, крыса. Бля, сука, падла, а? Ты чё, сука? Дурак, что ли, блядь? Я тебе как лучше хочу, ты умрёшь. Бля, дурак, сука, да ты шо? Бля. Чё, блядь, ну ты шо? Все, умер. А? Так, теперь мне надо что? Измерить звук, а сдать кровный анализ и сдать фекальный анализ. И вылечить животных. Пошел собирать кал. Какашки. Так, ну где вы тут понасирали? Колосборник пошел работать. Они вот тут какой же, да? А где их какашки? Блин, у них, по-моему, какашек нету. Они же этот ничего не ели у меня. Блин, реально она нет, что ли? А вот, смотри, кезики. Нет. У них нет какашек, да? Их надо накормить сначала. Сейчас они пойдут и покакают. Все, колоприемник. О, пошло добро. Я говорил, сука. Шо ты? Мне надо еще говна. Я должен каждого собрать или типа пойдет и все? С одного вот это или что-то. Или с каждого собрать. Ну, наверное, хватит, да, говно? Может, насос в жопу вставить? О, задание выполнено. А какое? А, накормил животных, собрать анализы, сдать кровь, наверное, сдать фекальный анализ. Ну, я говно собрал. А, в смысле, что, серьезно? У каждого, блядь? Так, блядь, как, вы что, ебаный, что ли? Да вряд ли с каждого я должен собрать говно, ебаный в рот. Они больше не срут, все.
Сорэ, блядь. А, я кров должен у всех, типа, взять? Блять, а как понять, кровь я у всех взял, а не у всех? А, понял, типа подходишь, когда красненькая. Получается. Или нет, подожди. Да что за хуйня? Берется и берется. А, смотри. Четыре раза я у Вали взял кровь, что ли? И три раза у Пенни? Что, блядь? Я что, долбоёб? Валы, Пенни, кровь есть. Сали, вот этого нету. Так он не дает. Он, видишь, дергается постоянно. Пиздец просто. Да стой ты, бля. Я, сука, голова, блядь. Ты что, прикол, что ли? Я, сука. Да, блядь, он не останавливается, нужно остановить его. Ну ты, блядь. Ну что ему сделать? Он не останавливается. Что делать? Он не останавливается, пацики. Где он? Не вижу, кто тут. Это кто? Я не знаю, кто это, не видно было. Да кто это, блядь? Я не вижу его. Блядь, Пенни опять ебаные. Заебали, два штуки дают крови, а те не дают. Вот балу. Салу, балу, вот этот. Да заебал ты, блядь! Что за хуйня? Да как это вообще возможно? Вот эти два лека не хотят кровь, чтобы я у них брал. Блять, это что, серьезно что ли, блядь? А так вот надо бегать за ними. Да, блядь, ты не блядь! Ты просто ебнутый. О, стой, стой. Да хуй они меня не подпускают, пиздец. Что нужно сделать? Видишь, что не даются? Блять. Не, пацаки, ну это хуйня какая-то. Надо его ебнуть. Ну типа как-то дротик, да?
Так, блядь, а как? А, скрафтить это там на базе, что ли? Ну, сложная игра, пиздец. А вы что думали, за животными наблюдать это очень сложно? Сейчас этот пена все съест. Видишь, тут одна пена ходит. Он весь в крови какой-то. Так, а мне еще нужен кто? Сали, Вали и еще какой-то, как его, блин, Пенни. Вали я брал у него, да? А, Ами. Вот этот мне нужен. Но он очень активный. Они покакали, как думаешь? Какашки. А почему никто ничего не ел? Ну, чела уложил одного. Кровью у него сдал. Я не могу взять говно. Сколько у меня крови этой, блядь? Блядь, а в чем прэк? Ну, в смысле, еблан? А, это я пустые? В смысле, пустые? Иди нахуй! Я, блядь, не соображу пока что, подожди. Мне теперь нужно, чтобы они посрали. Так, Сали я проверил. Ами нужен я теперь. Мне теперь нужно их кормить какашки и, ну, собирать.
Что же мне делать-то? Снова еду крафтить? Блин, да они это даже не доели. Они не хотят какать. А что делать, чтобы они покакали? Я вор говна. Сейчас посмотрим. А, ну у них какашки нормальные, смотря. У них только микрофон и этот кровь. А микрофон и кровь — это лептоспироз. Да, это вот это. Это бактериальная инфекция, передающаяся через воду с мочой животных. Затрагивает почки, печень и другие органы. Да, сепсис. Ну, походу, сделать тогда вот эту летательную инъекцию. Она, походу, точно вылечит. Либо термбексас. А, термбель. Так, это пение. Ты пораньше то починить не можешь, Вали. А тут жизнь животных. Прихом могилы копай, короче. Сейчас я его... Сейчас. Блять. Боже, блядь, поёт. Сали есть теперь Ами. Ебать, из... Все нахуй, просто из... Ну все, прошел игру, получается. Ну, вроде нормально. Температурка ничего такая. Алло. У, сука. Привет. Лё, смотри. У, сука. Лё. Так, отойди, блядь. Ля-ля, модераторы пошли получать зарплату. Ля! Ну да, вот они все. О, пошло. О, пошло. Бля, сука. Ого. Чё, блядь? Чё за хуйня? Чё за хуйня? Брось.
получилось. Блять, как я их спасу? Не птица моя, да? А, не моя. Ебал, что ли? Опять Декстера ебал. Спасти, в смысле спасти? Как? Что делать надо? Ты святой император, извини. Извини за что? Летальные дротики? В кодексе Астартес написано регулярно начищать свои болтеры, тем более, если они такие большие. Что делать, пацаны? Походу все-таки вот это надо. Для проверки. Что-то не это, пацаны, они умерли. Что за хуйня? Сепсис. Да что делать, я не знаю. Три штуки сделать. В смысле, всех убить? Надо как-то или что? Да я хуй знает, он лежит и все, блядь. Какой босс? Кто там? Где? Бупепекстунгерия какая-то. Кто? Видимо. Он убил, завалил пацану нахуй. Да на каком потолке вы чудё? Вообще в край. А, вот это? Ебать, что за хуйня? Это пиздец какой-то. Это что за ебануться? Если он успел убить,
Но я Декстера спас. Смотри какой. Красиво. А, дискотека. Сама леда. Так, ладно, пацаки, пошел спать уже, блин. Я засыпашку делаю, да. Я уже сонный, как женщина.